Эта березка не простая, а именная. В память о Кирилле Бойкоматове. Он погиб на специальной военной операции. Я его помню как хорошего брата, веселого, позитивного. Это очень даже хорошо, то, что в память о нем будет стоять березка рядом с его домом. Жители поселка Дунай создали аллею памяти. Они высадили березки и установили рядом с ними памятные таблички с именами военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Я считаю, то, что это очень достойно. И это останется как память. Я желаю, что тем, кто там воюет, что они все вернутся домой к своей семье. В акции приняли участие ученики обеих школ поселка Дунай. Общественники, все, кто смог прийти. Дело, надо сказать, непростое. Земля здесь неплодородная. Но дунайцы настроены решительно и не намерены сдаваться. Аллея вдоль улицы Ленина. От Дома культуры «Восход» до автостанции. Тут очень плохой грунт. Вот, на серной земли подсыпаем. Ну, что-то должно прижиться. То есть еще пару лет и все засадим, все приживется этому. Акция «Аллея памяти» – это символ признательности. Традиция чтить героев Отечества. Поколения сменяются, а деревья растут веками. Это благодарность за мужество и героизм российских воинов.